Вот, допустим, у женщины очень психика очень тугая в отношениях. Допустим, она обиделась, 3 дня обижается. Вот смотрите, как я себя веду. Допустим, жена на меня обиделась. Я сразу подхожу, я знаю точно, она не права. Я вот каждой лекции говорю. Подхожу к ней, говорю, прости, пожалуйста, я не прав. Она говорит, ты в лекциях говоришь, что как бы ты чувствуешь, что ты прав, а сам говоришь, что не прав. Ты действительно считаешь себя неправым? Я говорю, конечно. Прости, я не прав. Она такая, сегодня не прощу. Не могу. Так оно и есть. Все. Или просто сначала не прощу. Просто сначала не прощу. Это означает, пожалеешь о том, что ты сделал. То есть, хорошо. Как бы, я знаю уже, что она так скажет. У меня нет проблем с этим. Вот. Проходит 2 часа. Подхожу, улыбаюсь, как будто ничего не произошло. Она смотрит на меня так. Я говорю, прости. Опять, второй раз. Она такая, завтра прощу. Нужно почти простила уже. Третий раз потом проходит еще 2 часа, допустим, я мимо прохожу там. И такой, как бы, подхожу к ней. Моя дорогая, говорю, любимая. И так и там, раз, и, допустим, обнимать. Она такая, я же тебя не простила. Я говорю, да нет, простила уже, все нормально. И она такая, раз, ну ладно, простила. Все. Просто у женщины психика очень тугая, надо просто несколько раз сделать и вообще не напрягайтесь. Она простит 100%, потому что если она видит, что муж прилагает усилия к тому, чтобы я простила, ей так приятно, и она с удовольствием прощает потом.